Доброго здоровья, уважаемые посетители канала. Сегодняшний стрим продемонстрировал все невежество интернета, которым вы пользуетесь. Вот эти чаты, вот эти еще форумы. Да, там есть информация. Но эту информацию далеко не каждый может понять и для себя взять. Сегодняшний стрим и вопросы по голоду показали, что люди пользуются недостоверными данными, которые не учитывают многие параметры, и поэтому у них одно и то же получается. И я, вот смотрите, для того, чтобы я проголодал 40 суток, я к этому готовился 15 лет самостоятельно. И надо научиться голодать сутки и выходить, чтобы вы понимали реакции своего организма, реакции организма на выходе, реакции организма после выхода, как это все идет. Какой-то интервал вы для себя уяснили, который говорит вам о том, что ваш организм восстановился после голода, и вы можете еще разок поголодать, а не просто тупо следовать чьим-то там рекомендациям. Значит, вся литература, кроме моей, по голоданию, она не учитывает индивидуальной конституции, потому что каждая индивидуальная конституция человека по-разному реагирует на голодание и, естественно, на выход и после выхода, и на последующее питание, на чем выходить. Вы вообще этого не знаете. Далее, не учитывается возраст. Каждый возраст по-своему реагирует на те или иные процессы, а особенно на голодание, восстановление и так далее. Хватит ли у вас сил восстановиться? Никто из столпов голодания, Шелтон, Брех, Николаев, по уринотерапии Армстронг, который рекомендовал голодать на урине, они не говорили о влиянии сезонов года, лунного цикла на вход, выход и последующее голодание. Не было это. И вот те вопросы, что я перечислил, они тоже об этом, кто ничего не говорил. То есть была тупо исследована физиология голодания, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И в среднем, в результате практики голодания, там в клиниках было и выявлено, что оно, например, вот так действует. И все. Больше никакой информации. И так как люди сразу пытаются там насухо поголодать, да уж там суток за 10, вот, тем более там автономы тут такие вообще там что-то там вам наговорили. И они не знают, как их организм, а организм человека натренируется на голод, как организм человека реагирует на трехсуточное голодание, на семисуточное голодание, там, на двухнедельное, там, на трехнедельное голодание. То есть вот эти этапы надо бы пройти, дабы, чтобы вы не боялись, как лучше входить в голодание, как его проводить, с учетом всего перечисленного, чтобы вы поняли, как ваш организм взаимодействует с голодом, как он на него реагирует, как он выходит. Не зная вышеперечисленного, вот как раз посетительница чата говорит, да у них у всех наблюдается после голодания жор, у них у всех что-то там наблюдается, там такое, этакое, и это принимается за норму. Нет. Из-за того, что вы не знали то, что я перечислил, вот у вас это и получается. Вы не поняли свой организм, вы не поняли, как он вам сигналит, чем он вам сигналит, как выходить из осложнений, как их не допустить. Ничего этого не знаете, не поняли, и в большой массе вот это вот, ага, мода на голодание, и получаете какой-то там, знаете, ну будем так сказать, в лучшем случае, какой-то половинчатый результат, а то и наносите вред, и вас там убеждает, что примерно так оно и должно быть. А другие ругают, да голод, он, вы знаете, он вообще там
убивает, это не лечебный голод, это не то, это ой, бросьте. Поэтому бросьте валять дурака. У меня на канале, помимо того, что вся теория изложена в книгах, я ее изложил в аудиоформате. Плюс практика. Целый курс был снят, голодание 28-дневного. Вход в голодание, само голодание, выход из голодания. Какие у человека наблюдались неприятные моменты, и он бы свалился, соответственно, в перевозбуждение так называемого ветра и другие, знаете, так сказать, тяжкие последствия. Я все это прокомментировал, прокорректировал, сделал. И те страшные обострения после грибка, которые вы можете посмотреть, все это было, так сказать, сведено к здоровому состоянию. Смотрите мои видосы. И на всех этих форумах говорите, куда надо идти. В форумах, чатах и прочих. Вот любой там оздоровительный канал, вот, куда идти. Я не просто написал книги по голоду, я написал и изучил для самого себя. Мне было интересно самого себя поднять на ноги, сделать здоровым, счастливым. Ну, богатым я это особо не стал, ну, так сказать, успешным. Вот, все это изучил, как, что это работает. Для того, чтобы быть вот тем, кем я сейчас перед вами. В 67 лет, еще разок говорю, пользуйтесь рекомендациями специалистов. Их очень мало в интернете, специалистов, которые знают на зубок свою тему. И все это применяйте так своему организму, чтобы это было вам объяснено и понятно. Чтобы вы это могли проверить и начать с самого маленького и дойти до высот. Вот тогда у вас все будет получаться. Доброго вам здоровья. И не забывайте ставить лайки, балалайки. И рассказывать о моем канале по всему интернету. Потому что такого канала нету нигде.